Настоящий праздничный сюрприз. Кировский цирк готовится представить новогоднее джамбо-шоу. Артисты проведут для зрителей уникальный квест по 5 континентам. Зрители ждут рискованные трюки, экзотические животные и необычные сюрпризы. Принимать поздравления кировчане будут сразу от 5 Дедов Морозов. Сегодня на манеже в Кировском цирке состоялась премьера первой части шоу. На целый час весь манеж цирка погрузился в сказочный мир света, музыки, мастерства артистов и, конечно, животных. Премьера в Кировском цирке была приурочена к федеральному проекту «Доктор цирк». Он посвящен Международному дню инвалида. Именно сегодня сразу в 25 цирках страны собрались тысячи особенных людей. Киров не стал исключением. Сложнейшие трюки акробатов перехватывали дыхание и не позволяли оторваться от манежа ни на секунду. Конечно, цирковое выступление не обошлось без клоуна. Он развлекал детишек на протяжении всего часа. Сыграть с ним в мяч тянули руки не только юные зрители, но и родители. Дети были очень рады и номерам с животными. Ну, я вообще владею многими, но дрессура, много животных у меня в коллективе, в труппе, в аттракционе, да. И для меня нет уже трудностей, потому что я это все уже, этот этап уже я прошел уже, как говорится, и для меня нет такой сложности. Конечно, бывают редкие случаи, но это не говорит, что это сложность. Стать одной большой семьей с животными артисты смогли точно. Даже самые опасные звезды программы «Крокодилы» покорно сидят на руках своих наставников, выполняют команды и наблюдают за реакцией публики. Некоторые трюки и номера отрабатывают годами, и они пользуются большим успехом у маленьких и взрослых зрителей. После этого шоу они с радостью поделились впечатлениями. Ой-ой-ой, клоун! Клоун больше всего, животные, конечно, очень понравились. Вообще вся программа очень хорошая. Верблюды! Вот, верблюды, клоун, вообще очень клоун. Красивые. Клоун и собачки. Очень все понравилось, очень здорово. Прям впечатление, как будто в детстве побывала. После представления каждый мог подойти к артистам, чтобы сфотографироваться и задать все интересующие вопросы. Из циркового зала зрители уходили, прокричав громкое спасибо. Это значит, что смехотерапия прошла успешно. Сегодняшнее представление – часть большой новогодней программы джамбо-шоу от артистов Кировского цирка. С 18 декабря состоится у нас большая премьера новогодняя. Это новогоднее джамбо-шоу, которое продлится все новогодние праздники. В принципе, все кировчане и гости города смогут увидеть большое шоу, где представлено очень много видов животных, экзотических животных в том числе, и, соответственно, наш большой сюрприз – это бегемотиха Юлия. Увидеть на одном манеже опасные трюки, яркие танцы и номера от самых талантливых животных может любой желающий. В этой новогодней программе впервые поздравлять кировчан будут сразу 5 Дед Морозов из разных стран. Премьера джамбо-шоу в Кировском цирке состоится 18 декабря. Надежда Алюшина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город».